Кабинет, где находится общественная палата Ленинского городского округа, на время превратился в пункт сортировки. Именно сюда доставляют продукты и товары первой необходимости, которые предназначены для инвалидов. Зубную пасту положим. Так, вот такие. Это готовые. Множество семей с инвалидами получат в эти дни продуктовые наборы от губернатора Подмосковья, но подготовили свою помощь тем, кому она особо нужна, и общественные организации округа. Мы объединились. Ассоциация многоквартирных домов, торгово-промышленная палата, общество инвалидов. И мы вот по мере возможностей закупаем продукты, формируем наборы и развозим по домам. В семье Василенковых живут два инвалида. И в обычные дни они не отказываются от помощи, а во время карантина визит гостей с подарками особенно приятен. То, что мы получаем по линии ФСС, не всегда хватает. И если не хватает, приходится докупать. Поэтому такая помощь, она очень даже важна. Ну и сейчас, скажем так, особое время, наверное, на улицу выходить лишний раз. Не ходим. Мы сидим как в окопе, в осаде. Помимо набора с продуктами и предметами первой необходимости, волонтеры из общественных организаций развозят и лекарства. Согласно адресного списка, кто нуждается в этом, каждый получит такую коробку с медикаментами. Это то, что в первую очередь необходимо. Там и маски будут, и какие-то самые необходимые лекарства, средства дезинфекции. Подобную помощь всего получит более 50 человек, но организаторы отмечают, что это только начало акции, и они готовы и далее оказывать помощь всем, кому она необходима. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.